Всем салют! Полноразмерные наушники с гарнитурой TechStar TS450M – бюджетный вариант от китайского производителя. TechStar – это набирающая обороты компания, которая специализируется на производстве рекордеров, наушников и микрофонов. Они одни из тех, кто за смешные деньги способны делать достойный продукт. Даже именитые бренды у них заказывают продукцию, а затем продают под своей этикеткой. Это универсальные наушники для прослушивания музыки, для игр, а микрофон с гусиной шеей позволяет также использовать их в колл-центрах. Легкий вес и амбушюры с эффектом памяти формы уха позволяют долгое время сидеть в наушниках не снимая и не ощущая дискомфорт. Сюда можно добавить мягкое оголовье с внутренней стороны дуги. Матовый пластик корпуса делает наушники практичными. Они не собирают отпечатки и разводы. Чаши двигаются, так что подобрать удобную посадку вам не составит труда. Плюс есть пошаговая регулировка по высоте, так что сядут на голову любого размера. Закрытое акустическое оформление и полный охват уха создают весомую пассивную шумоизоляцию. На чаше расположен микрофон с ветрозащитой. Поворачивайте его вниз – включается. Поворачивайте ровно вверх – выключается. Так называемая гусиная шея позволяет гнуть его, как вам будет удобно. В деле микрофон себя показал достойно. Чистая, внятная передача речи. Поэтому модель идеально подходит для использования в колл-центрах. Микрофон без ограничений можно использовать и в геймерской сфере. Наушники поставляются в типичной красно-белой картонной коробке, в которой вы найдете, собственно, наушники и дополнительный переходник с двумя джеками. Это на случай, если у вас отдельные разъемы для микрофона и наушников. Само собой, наушники подключаются и работают с одиночным комбинированным разъемом. Бюджетные наушники могут похвастаться достойным звуком. Если вы не из общества требовательных меломанов и аудиофилов, то слушать музыку в них вам будет по душе. Тюнинг наушников вылился в нейтральную подачу с легким акцентом на низкие частоты. Итак, бас плотный и глубокий. Взяв во внимание бюджетность, не стоит ждать от них прорыва века. Порой не хватает разрешения и текстуры в низком диапазоне. При этом бас контролируется и не уходит в завал на высокой громкости. Средние частоты преподносятся мягко, детально. Прослушиваются даже мелкие детали. Присутствует натуральность и легковесность. Вокалы, живые инструменты рельефны и осязаемы. Преподносятся гармонично. На верхнем диапазоне отрабатываются основные базовые тона. Детализацию высоких частот я бы назвал средней. В общем и целом, мягкость и комфортность звучания выдержаны хорошо. Главная особенность компании TechStar – они производят гаджеты любых направлений и не просят за это заоблачных денег. Это касается и героя сегодняшнего обзора. Несмотря на свою бюджетность и невысокую стоимость, они могут стать вашими настольными наушниками для игр и музыки. А благодаря гарнитуре ими можно оборудовать ваш колл-центр. Не забывайте, звук – дело индивидуальное. Верьте своим ушам. А купить и послушать эти наушники вы можете в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе. А пока подписывайтесь на наш YouTube-канал и будьте в курсе свежих новостей мира персонального аудио в нашем Telegram-канале.